красивые. Он опасный, опасный, где дрон? А есть стульчик? А я на картах, внученька. Я придумал подводку к следующей песне. Давай, Дед Мороз. У меня вспотела голова. А у тебя есть подарки для меня? И лицо. Лучший мой подарочек не дать леща. Я понял. Тебя как зовут, мальчик? Саша. Саш, много. Что ты приготовил для нашей Снегурочки? Я приготовил стихотворение. Читай же, скотина, я умру. А ну я в тебя шапки кину! Что за чудо, зимний лес? Столько сказочных чудес! В этой сказке я лизной, сон Илья передо мной. Вот берез роскошный ряд, шали белые горят серебром. А там в сторонке, в шубках, елочки, девчонки. Ах, какая тишина, бело-белая страна. Есть ли кто-нибудь живой в этой сказке ледяной? И на мой вопрос немой, вдруг, потому что я тоже немой, вдруг я слышу треск сухой. То огромный и рогатый за сучок задел сахатый. Увидал меня и в лес, в чащу самую полез. Тишины уж не вернуть, вслед ему, как млечный путь, иней осыпается, чаще просыпается. Увидал меня, ух ты, заяц кинулся в кусты. Где-то дятел застучал, лес не скоро замолчал. Друг, почаще в лес ходи, да на сказку погляди. Ты уйдешь из сказки той с чистой, свежей ногой. Я все пропустил, что было после. Я лизнул потом то явь, то сон. Наркоманский текст. Мы не поняли, что ты лизал. Не лизал я ничего. Это наркоманы, иди отсюда, мальчик. А так и не сказывай. Другой? Нет, давай девочка разбавим. Девочка. Нет, девочка не хочет, мальчик, иди. Иди сюда, мальчик. Мальчик, какой, то ли вампир, то ли Киркоров. Как тебя зовут, мальчик? Ярослав. Ярослав мудрый? Ну, время покажет. Ну, давай, мудрый нам. Рассказывай, Ярослав. Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда. Плохого не существует, думай... Позитивно. Плохого не существует. Между нет и да, выбор только да. Думаю позитивно. Мир — это танец под присмотром чуткого... Я дальше не буду. Ярослав, в стихах обычно есть рифма. Не мудрый ты, короче, не мудрый. А но... девочка не будет рассказывать? А давайте попросим кого-нибудь из музыкантов. Вот это подстава, да? Ром, давай, ты же знаешь. Вот это из-за леса, из-за гор. Расскажи, а давай вот эту девочку попросим стишок прочитать. Какую? Вот эту. Давай. Какую из этих девочек? Иди прочитай стишок. В очках, стишок. Которая стоит. А что ты? А я тогда не... Тебе не... тогда не дадут леща. Давай. Девочки, сегодня явно против. Ты не хочешь леща. Никто его не хочет. Стишок! Давай. Пока вот, у дедушки не случится инсульт. Палочка хочет. Вот девочка хочет. Давай, девочка. Иди, девочка. Дед Мороз, готовь леща. Я Снегурочка. Дед Мороз, готовь Снегурочку к лещу. Сейчас пахнет. А вслух, на стульчик. А сейчас мальчик Саша даст девочке, как зайка, тебя девочка зовут? Зайка, приготовь, пожалуйста, меня подарок. Ирина. Спасибо. Ирина. Ирина, да. Все официально. Спасибо. Александр Сергеевич Пушкин. Пока. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой замкнутый негой взоры. Навстречу северной авроры. Звездою с севера явись. А долго можно, да? Конечно, блин. Нормально. Снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка под льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском. Я доживу, покоя! Молодец, девочка! Молодец, девочка! Стой, девочка! Я хочу тебе
но ни хрена не вижу из-за бороды. И крашен Клаус. Что достану, то и на. Но это не точно. На тебе тирамису. Там написано, как это не так. Спасибо. Пожалуйста, девочка. Ну что ж, вам же не нужен стол. Забор, а кому у меня упала шапка, я чувствую себя великолепно. Отдохни, пожалуйста. Я не вижу, куда идти. Дедушка, валить нам пора со сцены. Помнишь, я придумал две подводки? Да. К их песням. О! А у меня есть третья. Вот скажи, брат, в чем правда? Я не вижу, куда еду, Кирилл, блин. Я не готов петь после такого.